Здравствуйте, друзья! Мне поступил целый ряд сообщений, недоумений по поводу отсутствия нового материала и сомнений в авторстве моих комментариев, дескать, как будто словно кто-то другой их пишет. Ну, спешу вас заверить, я жив и на свободе. Как теперь всякий российский интеллигент должен отвечать на вопрос, как дела? Жив и на свободе. Еще работаю над новым контентом, немного прихворал, но разрабатываю две новых лекции, также новый философский вебинар, его методику и содержание. Так что спасибо за беспокойство, за эмоциональную поддержку. Лайкайте, постите. Ну и, конечно, лучшая и высшая форма поддержки – это поддержка материальная. Все реквизиты находятся в описании к этому видео. Это всегда очень приятно. Понимаю, что то, что ты делаешь, нужно людям, приятно, важно и интересно. Так что, ежели Ктулху соблаговолит, то на следующей недельке я уже кое-что из этого выложу. Спасибо. До новых встреч. Пока.